Главная база, главная база. Side ops list updated. Boss, we've had some new job offers come in. Updated. I've selected the ones I'd like you to handle and added them to the list. Take a look on your iDroid. The more missions you complete, the more we can expand Mother Base. Ничего есть. Так, руководство базы. О боже, 4000 горючего, вы чего? Какого фига так дорого? Ну давай его устроим. Commencing platform construction. Clouds approaching. Задание, наверное. Вы посмотрите, это задание, оно багованное. Оно говорит, что я его выполню, но выполняю еще раз. Поехали на тренировку пока что. Я помню вроде как все, что где. Так что да. Выполню еще, получу еще 30 тысяч. Мне-то что, мне не вопрос, я помню. И сейчас буду материться, потому что я не помню ничего. О, о, давай показывай кого. Давай, собака. О, да, давай. Да кто это хрен? Мне не интересен. И он не интересен. Again. Много тратишь, мало попадаешь. You see that in the movies? That's an automatic. Don't bother trying to dampen the recoil. You do that with a revolver. We diamond dogs are now a force to be reckoned with. We've got the world's attention. We're not some tribal militia. So don't act like one. You will learn how a real soldier fights. You will forget everything Hollywood taught you. And if I catch you doing something else, you'll know it. Engravings give you no tactical advantage whatsoever. That was some fancy shooting. Pretty good. Окей. И он пропал. На другую базу поехал. Понятно. Так. Так, как мне подняться? Тренировочная. А, мне поехать туда надо. Окей. Тачку дайте. Я вроде просил, нет? Я вроде просил туда меня доставить, нет? Ладно, ладно. Без вопросов. Можно как-то от первого лица поехать? Да. Ладно. Что еще делать? Нет, то есть серьезно, если кто-то ко мне вторгнется, то я должен вот так ехать на базу. Нет? Или вторгается в другую? Я уже прикалываюсь, просто, потому что мне дикий. Еще мне лезть наверх опять. Так. Там, тут, там, сям, помню. Вроде помню всех. Здесь 4. Если не дойдя до низа я.
Ты молодец, вот если бы ты сейчас сдох, я бы тебя так просто таким молодцом обозвал, что все молодцы, обмолцы. Так, наверх. Да. Подожди, я хочу 30 тысяч заработать халявных еще раз. Хотя тогда их не, я бы не называл халявных. Сейчас да, а тогда нет. Пошел нахрен. Тренировочка. Опа, еще один. Да, надо еще раз потом побегать здесь, пособирать. Эй, они обновляют. Вы посмотрите, они обновляются. Вау. То есть так можно спокойно зарабатывать деньги на базе. Потрясающе. Так, я там прострелил, да? Сейчас мне еще надо здесь вот бежать. Где я теперь? Один. Два. Черт, он там спрятан. Хорошо. Да. Так, где? Наверх. Наверх. Да, твой босс идиот, так что давай. Босс. Нет, боже. Ой, моя. Ладно. Босс! Я не понял, где он? Вроде там. О, вот еще там. Я его выполнял. Какого хрена? Игра. Игра меня предала. Так, я точно... Сейчас не помню, где здесь алмазы все. Блин, как будто Спайр играет. Да, он хороший. Он хороший. Блин. Так, здесь вроде все. Да, успокойся ты уже. Перестань. Фу. Так. Теперь,
Say the word. Так, он где-то один на трубе, я помню. Один здесь. Нет, 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 нет. Нет! Блять. Кто придумал на эй? На эй! Слезать, ёптики. На Б обычно слезаю. Только скажи, что я не выполнил. Иди ты нахуй. Marker placed. Marker placed. Ты, блядь, шутишь, а? Просто, блядь. Welcome back. Они забыли машину, да? Они забыли машину. Теперь мне туда бежать. Отлично. Вообще, вот вообще. Или нет? Да. Херня странная, страдает там. Нет, это очень интересно, вы не поверите. Вы не верите эту? Это очень интересно. Ну, просто интереснее некуда. Как интересно, боже. Боже, я не знаю, что мне делать. Боже, помоги. Сейчас я потом спасу пленника, значит, да? По-тихому. Вот совершенно тихо. Сейчас я возьму все здесь. Все хорошо. Где эта хрень? Вот эта хрень. Так, сейчас главное. Эй, теперь Грик. Это нормально, все нормально пока что. Вон он, вон там, козел. Так, здесь нету. Еще-то был. Где-то вот на этом. О, да. Вон. Вон он. Так, здесь не было.
Сейчас. Одну минуту я соберу, чтобы не отвлекаться. Я пытаюсь спрыгнуть. Куда-то. Так. Извините. Мужик. Босс. Мужик. Так, а как назад? Тут. Ага. Так и хандражка хватит, ептать. Вроде все собрал. Поехали. Так, перезарядимся. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Гачака, гачака. Так, уйди. Мазохист. Вроде бы здесь ничего нет. Да. Еще раз. Из-за того, что мы померли, надо это проходить. Окей. А, еще здесь. Забыл.
поняли, да? 2.16. Все видите? Please select a landing zone. Landing zone. Roger. Так. This is Pequot. Arriving shortly at LZ. Космос, Карос, Космос. Управление персоналом. Это распределение все. Staff assigned. Поехали. Да, набираем высоту. Да, набирай. Сейчас я попью. Кисляк. Ай. Extraction arrived at mother base. Жалко, ГО не дает выбрать. Так, выбор оборудования. Основное оружие. О, тоже нет. Вспомогательное. А, эти подвижность один просто дается. То есть можно и то, и все брать, но... Так что да, так что лучше оглушающий протез имел. Пистолет этот лучше. Оружие поддержки. Что-то. Вроде бы все. Так я не понимаю, когда мне можно переставлять вертолет. Ну ладно. Напарник персонажа транспорт. О, она еще такая золотистая немножко. Да, так что у меня теперь есть две штуки, которыми я могу оглушать. Или хотя бы станете. Members of the Intel team are on the ground. Their reports will be reflected as predicted enemy fields of movement on your iDroid's map. The higher the team's level, the more accurate and frequent their reports will become. Be sure to take advantage of them. PsyOps list updated. Plant expansion complete. Понятно. Я думаю, мне понятно все. Ты кроме. Я могу бесконечно получать 30 тысяч. Скучно, но бесконечно. Тренировки стрельбы.
Ну, вот это можно пройти еще. Ну, как показывают, вроде бы их 154. Еще 3, может, будет. Не знаю. Ну ладно, давайте выспимся. Что, все равно здесь есть что собрать. Так, куда? Сколько у меня денег? 605 тысяч. Вау. Прошел одно сюжетное задание. Пофиг на тех, на этих. Просто берем, оглушаем, уносим. Вот ты не поймешь, взял, не взял. Так, вроде. Да. За него еще. Так. Enemy presence detected. The map has been updated. Вы чё охерели так далеко? Ещё далеко. Так, что мы делали-то? Так, вроде бы спасали заорника номер 2. Вроде да. Так, они меня пока что не видят сильно. Так как он меня видит до сих пор? Шо вон? Поганец. Здесь где-нибудь скроем его и пойдем. И пойдем. А. Так, глушить. Так, куда мне? А, черт, мне же надо. Это что еще за хрень? Мусорный бак. Зачем мне мусорный бак? А, точно. Забыл. Забыл, что я хотел собрать-то минералы. Мать твою. Вставай, говори.
Не. Его информация не нужна. Так. Tell me, what is detonator? Detonation. Бесполезный этот хрен тоже. Видимо, у них ничего нет, кроме чего? Обычных металлов, боже. Ладно, пойдем. Наверняка пригодится. Так, у меня должна база была уже отстроиться за 2 часа до того. Какого хрена, а? То есть паузы учитываются, окей. Давайте еще сделаем. У меня без проблем вообще. Видите, обычный металл нужны. Так, там наверху никого нет? Нет. Вроде нет. Нет-нет, вроде нет. Нет-нет. Нет-нет. Так. Не, как стелс, эта игра потрясающая, но как МГС, это что-то крутое, но бессюжетно пока что. Не заметь меня. Видите, я говорю, у них как-то странно разум работает. То видит из километра, то не видит ни хрена. Типа у кого-то дальнозоркость, у кого-то близорукость. Да, тьфу. Кто-то слепой, кто-то не слепой, кто-то глухой, кто-то не глухой. Так, берем металл. Которого я сейчас не просрал. О, горючий, мне нужно горючий. Горючий, тьфу нахер. Так, сюда. Короче, надо будет зайти. Они обновляются. А есть что-нибудь рядом? Точно. Нет. 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 Тренировки, тренировки. Говно. Ну, сюда, например. То есть это мне сюда. Возможно, сюда и сюда. Окей. Ну, цветочек заодно заберу. Так. Так, выключить. Тут алмаз где-то есть? Боже мой. Мне он нужен. А может и нет. Сейчас осмотрим, сколько там. Ну ни хрена себе. Не хочу туда идти. Слишком тупые враги. А этот ЦЦ? АЦЦ. Ты тоже не очень. Ты тоже... даже не знаю. Ты там чё? Давайте тебя захватим. Да. Не захватим уже. Понятно. Так, значит... Да. Потом возьмем. Пойдем за морковкой. О май гад. Так. Кажись, здесь едет.
Идем. За горючим. Главное на медведя не попасться. Где тут скорпион, кстати? Змея или что-нибудь? Так, сюда. Даже не знаю, как лучше пойти. Наверное, все-таки вот так, вот так. Вот так, вот так. Да, занимаемся херней. Чтоб хватило всего навсегда. Не, ну денег-то может и хватит, особенно если учесть за ту миссию, что за ту миссию мы получили 600 тысяч. То да, возможно, денег-то хватит, а вот... А вот самого главного не хватит. Людей... Сколько у меня уже людей, кстати, вмещает база? Да иди ты в пень. Уже не вмещает. Вы чё, охренели, что ли? Наверное, надо уже искать, кто лучше. Да, то есть... Управлять им. Найти говна во всем. А, видите? И сколько максимум будет? Так. Я понял, но сколько увеличивает? Вот видите, мне именно горючего не хватает, 4000. Так что пошли. Пошли мы с хреней. Хреней, да, хреней. Это как Хрюша. Хрюша, Нюша. Где? Чё ты врёшь-то, а? Чё ты врёшь? Паскуда. Чё они ищут? Давайте попробуем эту все-таки. Упс. Вот так. Так. Угу. Где у вас тут все это говно? Все. Да? Угу. А здесь что? А, отсюда мы вроде начинали, да? Или... Да. Так что это бесполезная хрень. Давайте этот зачистим еще. Но это удобно в нескольких понятиях.
Упс, там же еще был миномет. Ой, да посрать. Ой, да посрать. Так. Ну вот примерно так большее время игры происходит. Ну, вдруг там что-то тоже есть. И на что вообще влияют очки героя? Я вот не понимаю. Я пришел, отобрал эти очки героя. Что они делают? Зачем они мне? Ну это видите, я же говорил, здесь может что-то есть. Где? Где растение хоть какое-то? Морковка, понятно. Где ты, черная морковка? Не. Есть такое вообще растение? Там алмаз, скажите. Как-то он не слишком похож на специалиста, но... Да, специалист прямо. Я не знаю, зачем я их набираю. Просто беру, на всякий. Пожарный. А того-то кто успел? Вот видите того, кто-то успел. Ну, этот вот С. What the fuck?
Мы всех берем без разбору. Хороший, плохой. Ну и я сколько там уже прошел? Нисколько. 223 человека у меня уже. И опять побежали. Сома. Тут горючее, тут всякая хрень, которая тоже нужна. Тут ничего. Так что вот так пойдем. Может даже можно скосить как-нибудь. Ой. Так, мне до сих пор нужно 4000, да? Угу. И у меня сколько? 2 горючие, 2 горючие, но здесь более нужно горючее. Опа, вот этот нужен. Сейчас опять все зачистим и пойдем. Я надеюсь, у меня не валяется тот, кто хорош довольно таким в чем-то в ожидании. Сейчас давайте посмотрим. Ожидание. Я. Ничего не... Вот это что значит первое? Вот это вот что значит? Здесь механики все находятся практически. Здесь вот лекарь. Здесь еще кто-то. Хидео. Так. А, да, Хидео то здесь очень хорош, понятно. Его сюда перебросили. Так он попался, правда, в той миссии.